Ну что ж, вот и пролетели 2 часа, незаметно буквально, в одно мгновение, и второй матч первого раунда лузеров на ваших экранах. Команда Старк, не путать с семьей Старк из Винтерфелла, но хотя пока что их примерно та же участь стигнет, они успешно погибают и погибают, и упали в лузера, проиграв в верхней сетке команде Virtus Pro 2-0. Причем первую игру они проиграли 4-5. Вернее, даже сказать 5-4. Они играли в пятером. У Virtus Pro вылетел год. Им начал контролить ФНГ. В итоге год закончил игру там с 10 тысячами золота, потому что просто не могли их потратить. Но ВП выиграли очень легко. И вторую игру, это, кстати, была первая игра на новом патче. Играли ВП Старк уже на новом патче. Там ВП пикнули дикую наркоманию, но выиграли без особых проблем. Что касается Alternate, они играли с Team Spirit, проиграли 2-1. Но мне кажется, это не такой плохой результат. Team Spirit довольно-таки суровая команда. Да, с вами по-прежнему NS и Mailstorm. Если вы забыли. Да, я здесь. Я подумал, что команде Старк, да, Тони Старка совсем далеко. То есть вообще не их уровень еще. Да, Тони Старка, да, это вообще другая опера. Ну, Alternate стараются, то есть первая команда из Польши, которая появилась, вот, и добивается, ну, хоть каких-то результатов, да, хоть где-то играет на каких-то турнирах. Пока, естественно, опыта мало, очень тяжело целую команду собрать в стране, в какой-то такой небольшой, не дотерской, как вот Польша, и этим составом прям заиграть сразу. Естественно, нету какого-то опытного игрока, опытного капитана, просто опытного любого человека, который бы хоть как-то научил, обучил, подсказал. Поэтому пытаются хоть как-то играть, им за это почет. Ты думаешь, ты скажешь опытного любовника в какой-то момент? Любовника? Может быть, так, ты знаешь? Неважно, неважно. Опыта, в общем, не хватает ребяткам, конечно, потому что я этих парней вообще не знаю, вот только вот как они в Alternate начали играть, собственно, эти ники, и мы теперь можем изучать. Вот, как помню, ты говорил в прошлом матче, когда мы комментили, что инвокер от Суприма супер жесткий, и, видимо, Старки тоже в курсе, потому что инвокер-то уже в бане первым же отправился. Обида, обида и печаль. Законтрили пацана, но может быть у него есть еще козыри в рукаве. Так, вот он. Очередной врыв Магнуса. На этот раз с Джиггернаутом и Вингой. Будет бить больно и сильно со сплэшом. Возможно, даже с новой вот этой вот. Ну, пока что еще я ни разу не видел Аганима на Магнусе. Да и вообще, честно говоря, по-моему, все-таки немного сомнительно это выглядит. Очень сомнительный Аганим на самом деле. Решили как-то... Ну, вот с некоторыми вещами как не стали церемониться, например, линзу добавили, и пофигу, что там она может дать некоторым героям слишком большие бусты. Это как-то проигнорировали. А вот с Магнусом, наоборот, слишком осторожно подействовали, потому что этот сплэш, он в половину, если вообще не в какую-то четверть работает от милишного сплэша, в итоге там, ну, вообще копеечный. То есть это даже не серьезно. Он где-то работает в рейнже 150 вокруг цели, в которую ты бьешь. И на самом деле сплэш на рейнжах работает с Магнусом только если именно Магнус стянул, и вот в этих ребят, да, ты будешь бить сплэшом. А если они хоть чуть-чуть разошлись, уже все, он не работает. Да, такой себе вариант. Ну и что ж, и в итоге забирают себе Урсача. Team Alternate, у них появляется... Ну, у них пока что вообще немножко странный такой пик. У них два милишника, два кора милишника. Есть рейндж героя, конечно, но два кора милишника против Магнуса и Джаггернаута, и Тускара, и все это смотрится не так здорово. Да, ты прав. Тут как бы добавить особо нечего. Ну, просто еще бы, ладно, это была бы какая-то луна. Это вообще Джаггер, который может на тебя омнислэшем напасть там, и ты ему ничего не сделаешь. Урса такого очень не любит. А не говоря уже о Магнусе, который, ну, как ни крути, здесь, скорее всего, будет... Ну, этих ребят он все время будет станет вдвоем. Ну, потому что и Слардар вперед должен лететь, и Урса вперед должны лететь. Им вообще нет никаких вариантов отсиживаться сзади. Угу. Да, еще и Винга тоже неприятный герой против милишников. Опять же, ты куда-то бежишь, ты вот уже начинаешь кого-то бить, тут тебя свапают, или цель, которую ты бьешь, свапают, все, ты сразу теряешь фокус.
И если с ренжовыми героями это не так круто работает, то что ты можешь сразу переключить фокус, то тут получается ты опять куда-то бежишь, натыкаешься на шарды и тускара, теперь ты натыкаешься еще и на кабанов без мастера, и вообще на ультимейт без мастера. Ну, у Старков, да, поплотнее выглядит, но с другой стороны, у Альтернейт, возможно, есть какой-то план. По крайней мере, ДК они взяли вообще моментально, знали, что пикают. Да, давайте быстренько перезвоню, у нас такой легкий робо. Так. Так, Аль. Посмотрим, вроде лучше. Хорошо. Да, это что-то... Ну, вроде никто не жаловался. Да, и здесь Бестмастер, и здесь ДК. Ну, ДК тоже, по-моему, Суприм на нем играл. ДК в этом патче, по-моему, особо сильных изменений не претерпел. Там чуть ему сплэш подняли где-то, вроде как. Драгонблад вроде как увеличили тоже. У ДК, да. У ДК усилили Драгонблад. Раньше он регенил на последнем уровне то ли 5, то ли 6. Теперь 12. Достаточно серьезный, в принципе, буст по итогам для ДК выходит. ДК с армлетом теперь очень сильный, потому что он, включая армлет, терять начинает, ну, хп по 15 секунд, и как бы это вообще особо не чувствуется, особенно если есть кому подхилить, а тут есть дазл как раз-таки. То есть может чуть ли не с самого начала бегать там спокойно, разбираться. Ну да, выглядит это неплохо. Я просто уж как раз буквально вчера, что ли, видел уже этого ДК с армлетиком вот нового. И действительно, он буквально с Power Treats, там какие-то барабаны, армлет, включает армлет и практически не теряет жизни. А дэмэджа армлет, мы знаем, сколько дает. Очень много. Так, ну что ж, Эль... Сика. Эль... Боже, это... Элисах, да. Элли Сах играет на Бейне. Суприм будет на ДК, Ниша на Слардаре, Экзотик Дир на Урсе. И Сасу, видимо, Роберт Г9, который на Дазле. Вот. А что касается Старков, это Трикси должен быть на Вестмастере. Это Немфи на Магнусе. По-моему, Буги у них... играет на вот этом джиггернауте с неком Вуге. Так, остался у нас Валекс и Оксия. Ну, Валекс, наверное, будет играть на Туске, Оксия под никнеймом Смарт на Винге. Как-то так. Ну, может быть, я не прав, но я уже более точных данных вам дать не смогу. Вот, ну да, и, собственно... я не смогу, пожалуй, на самом деле. Ну и, собственно, начинается битва за руну, не такая важная. Кстати говоря, вот интересно, будет ли актуален алхимик в новом патче с новой вот этой его... То есть теперь он на баунти руны в лейте, конечно, вообще там получает еще больше, в 6 раз больше, чем она дает. То есть на какой-то минуте он там может вместо там 100 голды поднять там 600. Вот, но за первую он уже не получит так много, там, по-моему, x2? x3. x3, ну да, то есть уже не x5... 3, 4, 5, 6. Теперь действительно в лейте получает еще больше, но игры очень сильно ускорились, как мы уже отметили. И мне кажется, что у алхимика есть только один бонус, вот почему он сейчас может быть более-менее неплохим героем, потому что лесных крипов с пилами фармить теперь тяжело, большие стаки, из-за того, что там появились эти кентавры и маленькие урсы, которые дают ауру резиста. Но, соответственно, это против магии, но алхимик-то фармит туши, и у него физика, и на него это не работает. И он как бы стаки фармит так же, как и раньше, в отличие от многих других героев. Тот же SF уже так стаки не фармит, как это было в прошлом патче. Но мне кажется, что если и будут брать алхимика, то на кэрри роль. В принципе, вот мы несколько раз буквально за весь патч видели, как кто-то пикал алхимика на кэрри роль. Но иногда этот алхимик просто разваливал все. Он шел, он фармил быстрые там что угодно, мейлштормы, армлеты на третьей минуте покупал. Помню такое я. И потом просто убивал. Такой дефолтный кэрри, который очень быстро бьет. И, в принципе, очень сильный кэрри-то. На самом деле. Ну, даже вот игры, где он покупал Радианс, Октарин, он бегал, бегал, бегал. И только когда он покупал Кирасу, начиналась уже какая-то доминация. Ну да. И, в принципе, с кэрри роли там особо не играл... Скорее, роли не играла роли. Ну, так уж получается, такой каламбур. Но, в общем, роли не особо играла то, сколько он получает за руну, потому что он особо ее и не брал. Он фармил свою линию, с нее
толком не двигался. Зато он мог купить аганимы для своих друзей, в частности. Поэтому, вообще-то говоря, можно юзать. Но мне кажется, что про него забудут. То есть, вот... это дефолтная история. Вышел новый патч, что-то герои ослабили чуть-чуть, и все. Ну, до поры до времени, пока на каком-то турнире, может быть, он опять не заедет, и все увидят, что, боже мой, да, он оказывается все так же силен. Ну, может быть и так. Так, ну что, у нас, в общем-то... Ну, как было, наверное, в этом патче с Абаддоном, которого под конец патча внезапно, о боже мой, Абаддон оказывается крут, давайте пикать его вообще везде. И играть только с Абаддоном на саммите. Он очень хорош против Верки и Слардара просто. Это тут гадалки не ходи, и так понятно. И просто это не сразу люди осознали, что это можно использовать. Хотя на том же мейджоре мы про это говорили в студии аналитики, обсуждали этот момент. И на том же мейджоре, собственно, его и начали пикать. Вот там первые были Ехомы, кажется, против Веги. Они взяли его разочек и... не дали Веге вообще ничего сделать. Как раз таки у Веги был Слардар и Верка. Ну тогда еще был у нас, была у нас Винтер Виверна, которая немножко защищала. Сейчас-то ее вообще нету. А, да, кстати, такое счастье просто в Доту пришло, в профессиональное, что нет Винтер Виверны. Я думаю, что многие команды рады этому. Что на самом деле она всех только бесила. Конечно, все были не против ее взять, но как же она раздражала. И ты был вынужден, даже если ты не хотел ее пикать или банить. Потому что если не ты, то враг возьмет, а против нее невозможно играть было. Ну что самое интересное, как бы пока что я не вижу какого-то засилия Earth Spirit'а. А никто играть не умеет. Тут, прикинь, какой каламбур. Опа, Немфи уводит Суприма на мидл, но не довозит до вышки. Маловат скьюерок оказался. Несмотря на то, что, кстати, скьюер апнули после долгих... ну, в общем, решили, что Магнусу в хардлайн все равно ходить особо это не мешает. А если мешает, ну, то сильным бонусом для него этот радиус не является. Просто напомню, что когда-то у него скьюер действовал на одинаковое расстояние с 1 по 4 левел. И его там вообще в хардлайне любили очень ставить, потому что он доезжал до вышки чуть ли не с поллинии. Но сейчас, конечно, такого нету, и в любом случае его решили немножко поднять на первых левелах, хотя бы 900. Не помню, сколько там было, там чуть поменьше, 750, что-то такое. Да, 750 или 800 было. Так, Слардар заблудился в лесу. Он нашел проход. Что делает тут? О, выползает, так он уползет. Ну, он учил. Ну все, он смотри, здесь... смотри! Он просто Иисус! Мы вчера, кстати, видели, вот, по-моему... И он уполз наверх, и они вообще его потеряли. Боже мой! Что он... Ой, он дальше по... Прикинь, как враг офигеет, когда он оттуда выползет, эта селедка. Да, это враг забавно. Враг просто не поймет. По-моему, позавчера как раз вот Старки играли с этой селедкой. Тоже у них так, на миде тем временем. На миде дикий замес, там Немфи отвез Суприма таки все-таки под вышку. Тыпнулся еще Бабуликс. Так буду его называть. Но в итоге тут... Это как в Алекс и Буге. Вместе взятые Буликс и Валли. Буликс. Так Ниш уже второй левел тут получил, смотри. Хитрец какой. А Вингай его все ищет, она не может понять. Я же тоже тыпнулась отсюда. Все, он победил. Боже мой, он это чемпион игры. И теперь он понимает, что на всех линиях... Там есть саппорты? Урса как-то не добила Бестмастера, совершенно нелепо. Венга тыпнулась как раз-таки вниз. Так вот, в общем, он здесь ползал, но здесь вот в чем как бы особенность сейчас у нас, надеюсь, ничего не будет происходить на карте. В общем, здесь можно проползти вот так вот, и вот здесь тупик. Но если ты съедаешь елку здесь и елку здесь, то ты можешь ползать вот так вот. Ну да, восьмерки накручивать можешь нормальные. И тут это немножко, немножко изменили лес тоже, чтобы было поудобнее бегать, так же, как и снизу. На самом деле, здесь сделали просто сквозной проход вообще вот такой, тут даже проедать ничего не надо. А, нет, тоже не такой, вот такой. А, да, вот такой. Короче, да, нормально. Но здесь тяжелее такую сделать запутанную штуку, а вот там просто действительно... И за ним бегать очень тяжко. То есть, если там какой-то плотный герой, которого нужно... И у тебя нет такого, что ты прям взял его там, как ты застанил, зафоксил. А тебе нужно именно его видеть, бить. То он там может просто вечно. И его не зажать практически никак. Его нужно зажимать тремя героями. И даже тремя тяжело. Ну да. Мы сейчас увидели эти мастер-класс от Ниши. Так, тут нападение Ниши. На Магнуса готовится. На миде, да, что-то планируют, но аж что-то тут ничего не выйдет. Хотя вот такая вообще есть форма дракона, он может подрубить, да и застанет. Вот так вот, да, но только саппорты чуть опоздали. По этому поводу Немфи уехал. Он во сне уехал, как спящая собака, которая бежит.
Он тоже укатился спящий. Я думал, кстати, прервется, но не прерывает. Не-не-не. Так не прервать. Он успел взять разгон и все. Такая спокойная игра на самом деле. Да, ну, точнее... не пример тому, что сегодня было у нас в тех играх. Хотя там тоже было как-то все спокойно, но там больше спокойный мидгейм был. Вначале какой-то экшен был. Ну тут прям как-то даже не знаю. Кстати говоря, просто не получается сделать киллы его. То есть снизу Урсу не убили, сверху Ниша там побегал, развел. Только что Вуги потратил... Вуги. Потратил он не слэш и тоже не смог убить Стардара. Никто никого убить не может на карте, все выживают. И Бубуликс. Опа. Что-то он испугался. Так, идет сюда Бэйн. Страшно. А чё Бэйн-то летит? Ну они тут ничего хорошего не сделают. Бэйн в итоге отменил просто ТП. Напугал. Не совсем я тоже понял, что он сюда летел. Ну да ладно. Так, ну и можно посмотреть уже примерно нетворсы. На редкость спокойная игра. И все фармят, и всем хорошо. Зафармили стаки. Все замечательно. Да, кстати, очень жесткая комбинация. Вот мы наблюдали вчера, насколько сильно Абуз пофиксили с замедлением скорости атаки Рошана. То есть ему поменяли задержку и скорость. То есть срезали там сотку. Точнее, наоборот, добавили сотку. И сделали в два раза меньше базовую скорость. И на него теперь сигиль почти не действует. Но с арморами практически ничего не сделали. И комбинация... Немфи! Как умер Немфи! Я прям смотрел этот момент. Да, я тоже прям на нем держал. Просто его захилили. Он просто взорвался. Ну да, с Рошаром получилось так, что теперь он... Рошан босс, в общем, такой. Теперь уже ты ему не сломаешь ногу там с Энджем или что-нибудь подобное. Так, нападение. Дальше идет у нас Суприм на ДК. Очень больно Суприм. Кстати, психанул, убивает еще одного. Так его еще и хрен убьешь. Тут у него второй Драгонблад уже регейнит по 6 хп. Ой, да. Как это реза. А, Суприма выкинула, ты видел? Да, зло оставили. Он дает грейв. Он может, братан, тыпайся. И улетел вот этот сайт. Ой-ой-ой, чуть-чуть еще бы. Поздновато нажал ТП, но в итоге ушел. Фантастика. Просто ворвался один, забрал Вингу, до этого забрал ДК. Ой, да, ДК. До этого забрал Магнуса с подхила. Там даже файт рекап сломался, не показал, сколько дэмэджа было нанесено. И вот уже возвращается. А, еще и тыпнулся, видимо, не на фонтан, да? А, он вообще так, не тыпался. Да. Этот просто уплыл. А ему особо ничего не сделаешь, у него 1200 хп, реген 8 хп в секунду даже без танка. Он кого-то все время под тангой. Так, и Слардар там опять. Он опять? Да. Боже мой, что за чемпион игры? Он изучил все проходы. Ну вот здесь, кстати, тоже очень жесткий проход. То есть теперь тут можно просто вот так вот заползать. Ну, опять же, это альтернатива вот этому проходу. Вот здесь. Да. То есть все сделали одинаково. Здесь вот. Боже. Ну, скорее, я думаю, что от магазина, если это вот этому проходу альтернатива, то есть как здесь можно так убежать просто, так и типа здесь. Но здесь вообще просто. Потому что если здесь ты забегаешь справа, то ты тратишь очень много времени, чтобы вот так обойти, и второй герой какой-то может тебя поджать, это постоянно происходит. Ну, да. А здесь, если ты забежал, то что так бежать, что так одинаково, и в принципе герои не успевают тебя даже поджать, ты просто выплываешь оттуда и все. Ну, Alternate приятно играют. Они, в принципе, давно уже приятно играют. Вот им не хватает, конечно, до высокого уровня еще. Ну, видимо, действительно опыта, как ты сказал, какого-то опытного любовника. Вот. Но в целом они выглядят очень хорошо и действительно, ну, приятно. Ну и пока что в этой игре, вот, опять же, нашли сильных героев, которые здорово смотрятся. Это ДК. Есть у них также инвокер, который, я уверен, ничуть не подведет наших ожиданий. Но, скорее всего, мы его все-таки не увидим. Хотя, вот после такого ДК, черт его знает. Ну, то есть, как... Забанен ДК, да? Ну, не то чтобы, но поймут, что просто не стоит бояться кого-то одного. Здесь ведь не проблема, нет такой проблемы, что там мидер один всех делает. Здесь в целом хорошая игра, и они все здорово пока что исполняют. И мидер, конечно, делает всех, но делает он не на инвокере. Он два фрага заполучил. Да, в принципе, он не один делает хорошие ротации от саппортов, ему уже помогали, и первый килл сделать, и второй, дазл был с ним. Так, а вот теперь он пошел помогать и заодно спушить вышку, видимо. Ну да. Тут могут нападать на буги-вуги. О, ДК сейчас настолько жесткий, толстый, плотный, что, в принципе, ему пофигу. Он может пережить и омни-слэш, и еще там из станы, и все на свете может пережить. Пошли за Вингой. Слип. Ой, сразу ультимейты. Ну, не стали жадничать, просто мечом ее запинал. Ну и правильно, в принципе, что жадничать. И вот момент нападения на Урсу.
Но Урса а Урса побежала. Блин, по блин, блин. Так, блин, ка. Ща. Да, да, странное решение. Здесь тем временем Эль... Эль сука. Ну блин, ну это Эль сука. Я так долго пытался вспомнить его никнейм. Написано Эль сука, я не знаю. Так что... Говорят, звук отстает. Сейчас мы это быстренько пофиксим. Звук отстает? А как может звук отставать? Это моя беда. Не знаю, у меня почему-то доту иногда надо перезахватывать, чтобы он не отставал. О, Эльсука. Да. Ну вот, Эльсука, в общем, снизу погиб, но Урса сделала что-то очень странное, прям скажем. Чё не блинканулся? Мог блинкануться и сделать ТП вообще без проблем. Но вместо этого решил умереть, и Бэйн тоже пошел вроде как спасать, что-то там, не разобрался, подставился. Ошибаются, в общем, ребятки. Магнус с блинком. Да, Магнус уже с блинком, и у него есть РП, и вот сейчас вот будет как раз немножко тяжеловато. Ну, здесь довольно простой план у Альтернейт должен быть. Они должны как-то кого-то где-то забрать, ну или просто сделать благоприятную ситуацию для того, чтобы зайти на Рошана и убить Рошана. Сделать это как-то будет незаметно тяжело, потому что, ну, когда ты пикаешь Урсу и Слардара, враг с самого начала игры думает о том, что ты пойдешь на Рошана. Ну, все верно. ТК Суприм в такой хорошей позиции. У него инвиз был в ботле, он классно обошел мидл и подстанил. Тут вообще, на самом деле, Старки, по-моему, ничего и делать не собирались, потому что Вуги пытается зафармить эншентов. Если сейчас вдруг Альтернейты это увидят, они могут их зафармить. Но Урса пошла Рошана, по-моему, ну, грызть. Да, она собиралась, причем даже без селедки. Ну, потому что Урса, она и без селедки справится. Но туда уже как бы пингует, Магнус-то успеет выйти. Это не совсем та благоприятная ситуация, о которой я говорил. То есть здесь, если бы сразу пойти, или кого-то ты минусуешь на Рошане и сразу туда заходишь толпой из пятерых, и он не успевает. Но здесь он уже вот вышел. Ну, спешить некуда. Альтернейтом. Это типичная ошибка вот многих команд, особенно неопытных. Взял Урсу и все там на Рошана, сломя голову. Но надо сделать минус или как-то развести по карте, выиграть драку. В общем, Рошана успеешь забрать. Тем более, что Старки Рошана в этой игре, ну, не скоро смогут забрать. У них 4 милишника, им тяжеловато будет. Ну вот да, о чем и речь. И мы такую игру как раз наблюдали, по-моему, позавчера. Одну из... Ну вот нельзя настолько сильно... Понятно, что ты на это рассчитываешь, это твой план. Но не, это не значит, что нужно тереться около рошпита этого. Вот с другой стороны, спушить вышку вот эту будет очень хорошо. Ну потому что она стоит слишком близко к рошпиту. Есть еще вот этот тавер, но он стоит хотя бы чуть подальше. Этот тавер, он стоит буквально на Рошане, прямо на его голове. И, ну, если туда ты Магнуса убиваешь, он там байбекается, тпшится, и он тебе РП может дать через 5 секунд. Есть такое, да. Ну вот пошли, собственно, забирать одну вышку. Можно пойти и дальше забирать, но как бы и мидл бы одефить не помешало. Но кажется, что не успеют уже, видимо, размен будет по вышечкам. Дазил. Хотя Эльсук-то летит в мидл, хватит что-то. Сон дает по бесту, ну, не знаю даже. Его будет... Ну, заденает в любом случае. И эту вышку ДК сломал. То есть размен они выиграли. Ну да. Кстати, они даже не заденают, потому что она не денаевал. Ну, в принципе, может, и не стоит ее денаить пока что. Ну, важно, да. Позиционка очень хорошая и очень-очень быстрый смог разбивается. Слардар покупает блинк одновременно с этим ДК Shadow Blade. Урса прыгает на бестмастера. Он не успевает даже среагировать. Очень крутой смоук. Вот когда ты вот так юзаешь смоук, у соперника практически нет вариантов среагировать. И здесь же заходит ДК, он купил себе инвиз. Тут же станет Булекса. Булекса. Ой, Вуги подставляется под ультимейт. Ой, хороший РП. А дальше что? Джиггернаут ультит, но он слишком мало урона у него, и почему-то на Джиггернауте не было эмпауэра. С эмпауэром, возможно, бы кого-то и убил даже. Да, Слардар успевает с блинком подключиться в драку, в итоге это минус 4, остается одна винга, и вот это уже момент для Рошана. Ну, что сказать, мы вчера наблюдали, или опять же позавчера, нет, по-моему...
По-моему, вчера мы наблюдали игру где-то в Азии, где там просто Магнус царил всю игру, но все время не хватало вот этого там немножко. Или соперник успевал разменять, или кого-то не успевали добить. Какое хорошее РП, но из-за того, что просто не было эмпауэра на Джаггере и не было какого-то фоллова в виде там топоров Бестмастера, чего-то такого. Ну да, на самом деле вполне вероятно, что... Ой-ой-ой, Бестмастер! Своровал топорами. Трикси? Это же Трикси, правильно? Да? Да, да, блин. Должен быть. Хорошо. Я так, на всякий случай. А, какой мастер игры он. Но, на самом деле, я думаю, что вот одного лишь эмпауэра третьего уровня, тем более, хватило бы, чтобы убить пару человек там. Потому что нельзя недооценивать, что такое сплэш по четверым-пятерым целям, которые рядом стоят. Это огромный ДПС. Да, и тут... Ну, вспоминается гифка, которую мы, опять же, обсуждали. Про лансера Эрики. Видел, наверное. Да-да-да, видел. Тут с Реддита. Разговор там о том. За долю секунды. Так, нападение на ДК. Хорошо реализует вард, поставленный здесь. Суприм умирает, а Аегиса у него нет. А Аегиса урсы в нее ультуют. Здесь же Слардар станет двоих. Вгрызаются в Бестмастера. Свапают Бестмастера, но его не отпускает от ульта Байна. Ой, мне кажется, Урсаль тут уже никого не отпустит. Разве что вот этот инвиз спасет. А Слардар еще не хочет повесить? Повесит. Успел. Ну, там все. В любом случае был сентри. И да, и урса не отпускает. На фейзах. И это минус 3. Еще кого-то станет и видит Буги. Видит кабанов. Буги на варде. Миша дерется с кабанами, остальные бегут за Буги, но Буги тяжело, конечно, взять, он крутится, вертится, бегает быстро. Да, вот тоже такая небольшая неприятность, то что Бейн не сбивает своим слипом с пыла, но и ему не сбить свапом Финсгрип, если ты свапаешь цель. Ее да, продолжает щекотать. Бейна. Надо свапать Бейна, и все будет хорошо. Но до Бейна еще попробует это низ, саппорт вингой. Вот, кстати говоря, с линзой он вообще такой неприятный товарищ становится. Он очень далеко кастует свой финсгрип. Понятное дело, что у винги радиус применения свапа всяко выше. А если еще линзу и купить на третьем левеле, она там вообще через полкарты. Ну, в винге, чтобы свапнуть Бейна с линзой, ей нужен 11 левел. Потому что с линзой там будет рендж... Сейчас скажу сколько. 850, по идее. У физгриппа? Да. Это страшный радиус. Ну, он одинаковый просто со сном, но у нас не написано этот рендж, а на физгриппе нет, но у сна 650. Ну, кружкам я этим вообще не верю, я вчера наблюдал, как там свапал. Не, ну там действительно одинаковый. А, ну насчет того, что скиллы могут работать дальше, чем нарисовано, это не новость вообще, потому что если... Уже прошла определенная часть анимации скилла твоего, и он точно должен сработать. Частенько неважно, куда попала цель. Если цель была очень быстрая, бежит на хосте, например, но на нее как бы уже должен сработать свап, то она может убежать еще там на 500 РНЖ фактически, и тут будет свап. Что-то какие-то у нас интересные экзотик, где пишет цифра. Это возможно, когда выпадет Рашер Аегис, он написал. Упс. Ну, видимо, да. Не собирался. Ну да, так и есть, потому что через 2 минуты как раз выпадет. Так, помог своим соперникам, если они не знали, вдруг теперь тоже в курсе. Ну, пока что им тяжко. Вот сплитпушит тут по максимуму Джиггернаут с мантой, уже возвращается домой Венга. Откидываются, продолжают Урса. Все еще есть у него Аегис. Пошел Ульдазла. Как же ее пробили? Ей бы неплохо захилиться было. Потому что как-то уж слишком много хп. Но она вот так вот просто стоит, байтит на себя. Ой-ой-ой-ой-ой, запрыгивает и сгрызает. Что вингу. Это вообще? Просто уничтожила Урса Вингусика. Вингусик вообще не понял, как это произошло. ДК очень в неприятной позиции, конечно, слишком глубоко давит, по-моему, товарищи из Альтернейта. Это ошибочка. Да, это большая ошибка. Тут сейчас они все поумирают. Вот он как раз, он мне слэш с эмпауэром как больно делает. И экзотик Дир. Единственное, кто может уйти, да, и уходит. Да, в итоге ДК пытался убежать просто потому, что он был в инвизе, но враг оказался с сентрями. Да, и уходит у нас только Слардар и Урса. Урса еще хорошо, что не умерла по второму кругу. В итоге троих лишились. Ну, не сказать, что много прям по золоту потеряли, учитывая, что байбекнулся Магнус. Но все-таки не очень приятный момент. Венга тоже байбекалась, но да, это динамику игры немножко сбивает, потому что вроде как вы только что осаждали базу и могли чуть ли не бараки сломать, а теперь враг приподнялся с колен и
Все-таки комба у Старков очень сильная потенциально. Если Магнус будет хорошо ультить, и если буги-буги купят еще хоть какой-нибудь предмет на дэмэдж, любой фактически, вообще неважно какой, то там будут люди умирать в этом ультимейте. Интересно, что он решил не делать БФ, мол, импауэра ему хватит. Но вообще импауэр, конечно, грозное оружие. Я думаю, что если бы они стакались с Аганимом, было бы вообще просто конец. Ну, это было бы, да. 100% соглашает, уж перебор. Так, и заходит Суприм опять в инвизе, не боится наступить на центре. Ну и он пока что абсолютно прав, здесь действительно ничего нет. Заблудился. Но мог бы форму дракона подрубить, да и застанить бы на самом деле. Сейчас он джиггернаут, и могли бы, мне кажется, растереть. Тут три таких плотника. Ну, Винку, скорее всего, забрали, если только, потому что она там готова была свапать. Но, тем не менее, кого-то забрать можно было бы. Может быть, испугались, что Магнус на развороте даст хороший РП. Опять же, не забываем, три кора, три милишника. У Альтернейт они бьют именно в том рендже, в котором Магнусу очень удобно их втягивать. Смог. Старки разбивают, смотри, сейчас поедут куда-то. Ой, позиция-то какая, дазла вообще нету. Суприм разве что может зачекать. Он собирается покупать себе какой-то, может быть, Silver Edge. Ну, Сэндж, во всяком случае, есть. Его видят. Его ну, начинают вот на него замедлять и будут кабаны. Нападать, да, всего, и он да. Уже не уходит. Все, полетели на него. Слардар, Фурстав, Слип, Ультимейт, РП. Вот как больно. Опять же, ну почему они все живы-то? Как они все не умерли? Вот только сейчас кто-то хотя бы умирает, но... Не очень, я сейчас понял, каким образом никто не погиб сразу же. Тут уже урсы на развороте начинают что-то плеваться. Ну, конечно, погнали альтернейтов. Боже мой, ДК все еще жив. Он бьется с бестмастером. ДК бьется с бестмастером. В итоге бестмастер получает урну, его добивает Дазл. Фантастика. Его нет, его даже добивает ДК своим дыханием. Дазл, как Дазл опять долго думал над этим ТП. Но тут, правда, и шансов не было. Ему сбили, конечно, станом. Каким образом так долго жил Суприм, на которого изначально напали? Это, конечно, фантастика. Но он как-то убежал, за ним погнался Бист, и в итоге Бист — это единственный, кого убили. Тем не менее, минус 4. То, что Суприм изначально выжил, не сильно это помогло. Да, комбинация зашла очень круто. И как вот еще повезло Старкам. Бывает так часто, когда Джиггернаут улетает не туда, вот здесь он как-то перепрыгнул через крипа, прямо мог перепрыгнуть назад и еще раз назад, могут на крипа и обратно в крипов, а он перепрыгнул через крипа прямо в эту кучу героев. И порезал там все. Там дэмэджа просто сумасшедшее количество. Ему не хватило там еще одного удара с слэшем, чтобы убить сразу двоих, наверное. Там остались герои под 100 хп. Ну, каким-то образом они еще жили там очень долгое время. Какой-то хил зашел. Ну, очевидно, от дазла. Стики, видимо, все прожали. Потому что очень сильно не хватает меки, потому что вот в такой ситуации, если вы выживаете на лоу хп, какая-нибудь мека, и они могли реально на развороте еще устроить драку. Но почему-то меки нету. Старков я могу понять, в принципе. У них здесь такая бомба-комба, что если они ее проводят, им ничего не нужно. А если она у них не получается, то их потенциал теряется он, ну, в несколько раз. А вот как раз-таки команду Alternate не совсем понимаю, почему они не решили без этого арта обходиться. Может быть, еще купят. Посмотрим. Сейчас выход в смоках. Неплохой. И... Слардар! Ой, хороший стан по четверым. Ну а фоллоу-то будет? Фоллоу-то и нету. Вот Урса только сейчас прыгает. Или, сука, там погибает, к сожалению, для него. Но идут Джиггернаут, он просто размолачивает. Магнус, ДРП попадает в экзотик Дира. Экзотик Дира уничтожает Джаггера. Это уже минус 4. Да. Вот иногда бывает как, вроде ты даешь очень хороший стан. Ну, тут, соответственно, вот этот вард он показывал Старков, Старки не чекали этот вард, они не знали, полили здесь всей бригадой, но зачем он так поспешил? Он бы подождал своих друзей чуть-чуть, чтобы они оказались поближе перед этим станом, и могли бы сейчас драку, конечно, выиграть, ну, а так никакого фоллоу не было после стана, в итоге, как бы, все вышли из стана и просто на развороте развалили. Да, там за стан спокойно можно было минуснуть Магнуса, и после этого уже разбираться, кого-то взять в финсгрип. Там... Ну, конечно, там ДК одному дают сон, Бэйн другому дают слип, третьему финсгрип, а Урса убивает за сон, за, точнее, стан тоже это, одного героя. Это такая знаменитая, вот эта неопытность, как раз такая болезнь, когда какой-то герой убегает на пол экрана, там, не... вроде бы бежит все вместе, но потом ты бежишь на спринте, ты делаешь, ты чуть-чуть вырываешься вперед, буквально там на 300 радиуса, потом ты даешь себе форстав, и еще блинк через... Два хайграунда, которые нужно, ну, пробегать, срезая все какие-то неровности.
Естественно, твои тиммейты плачут, смотря на этот стан, аплодируют и... И плачут. И плачут. Вот если бы ты был Энигмой, было бы получше. Но, к сожалению, ты Слардар, и стан у тебя не 4 секунды. Ну, с Аганимчиком, да, там можно было развалить, наверное, просто за счет Блэкхола всю команду. Но, увы. Увы, а, кстати, Бейн-то может уже купить себе линзу, ему нужно купить лишь кольцо, разобрать арканы. Я бы на его месте это сделал. Не знаю, почему он этого не делает. Может быть, хочет очень сильно Glimmer Cape купить. Но, по-моему, здесь Glimmer Cape толку не даст, потому что, во-первых, Старки часто носят какие-то дасты. Все время у них есть с собой сентри, дасты. Во-вторых, там некро 3, а в-третьих, там одна физика. То есть, как бы, от магии спасать не особо нужно. Да, ну и опять же, тут все упирается в комбинацию в эту. Ну, Джаггер наносит в одиночку там 4000 урона. Просто, даже без комбинации уже. Я бы сказал, даже без Джаггера. Скади. Скади 16 левел. До этого у него не было Скади, и был 15 левел. Сейчас даже страшно представить, что он может сделать с командой Alternate. Да, Скади даст ему нормально так к урону. 25 получается. Ну, Скади там, может, не так много дает к урону, но... Зато насколько дольше он живет в драке, насколько больше он может бить из-за того, что всех замедляет. Ну, проблема Альтернейт в том, что как драться-то? Вот им надо напасть на Джаггера и как-то его убить. Но у них просто три милишника, которые нападают на Джаггера, и в них улетит Магнус. Тяжкая ситуация возникла. Так, ну что, Джаггер с Аегисом и Мантой ломает, его не могут остановить. Вешают Инфибл, вешают минус армор Дазла. Но Бараки это не спасает. Слардар дает стан. Уходит. Урса пытается сгрызть Сигиль. Сигиль, конечно, неплохо было бы сгрызть. Да, ну, как бы сами... Вообще, шансы-то были хорошие. Даже несмотря на то, что пик такой против такого. Столько милишников. И так больно им против Тускара и Магнуса. Но сами загнали себя. Вот покупает себе Сенджин Яшу Суприм. Ну, поздновато интересно, уже. Наверное, на его месте стоило бы купить Алибарду. Пожалуй. Ну, может быть, Алибарду, может быть, что-то там, какую-то прочность. Ну, статов, конечно, она много дает, но теперь она не пробивает БКБ, что является таким небольшим хотя минусом. Хотя бы миссы. Да, и Алибарда бы действительно давала миссы. Можно было бы какую-то Кирасу потом начать собирать быстрее. Ну, Сенджин Яшу, тем не менее. То есть Сенджин, нет вопросов, он дает очень много. А вот Яш-то ДК дает не так много. Скорость передвижения, я думаю, что ему здесь хватит в его форме. Еще есть Shadow Blade. Ну да, ну такое. И Урса с Сенджин Яшей тоже. Отчаянный итем, отчаянный. Но лучше бы купил Алибарду. Но я что-то не думаю, что от итемов здесь в этой игре что-то сейчас уже зависит. ДД на Джаггере. В принципе, тяжело уже. Да, Джаггер 300 урона, ДД, вот она, линза на бойне, но... Очень тяжко, там Винга уже имеет 11 и форстаф, она по-любому засейвит Джаггера, плюс у него, да, он пошел с дабл дэмэджем нарезать, у него просто 400 урона, он продолжает месить. Ну, Бейн от него отрезал немножко урона, 60, хоть чуть-чуть попроще стало, хотя как-то нет, особо проще не стало. Стан. Заходит у нас Суприм. Супримы начинают бить. Урса влетает, сгрызает. Очень быстро Бестмастера. Магнус выезжает, но куда-то не туда выезжает. Хватают Джаггернаута. Все еще жив. Пошел ультимейт. Ультит наполовину в крипов. Слип на себя. Суприм получает грейп. Нужно как-то подфорстапить Суприма, но нет. Сюда взлетает РП. Тут же байбек Слардара, байбек Урсы, байбек ДК. Нужно успеть. Нужно успеть, а Аегис заканчивается у Джаггера. Судя по звуку, Джаггера нужно развалить. Джаггера форстапят, стан в Туска. Стан в ДК. Туска минусует, слип на Вингу. Вингу тоже добьют. Вингу убивают, она забирает Урсу террором, о боже мой. Урса, походу, там третьего Некрофя, что ли, убила, куда у нее хп все делось. Но, да, неплохая драка, конечно, от Alternate в их ситуации. Но все равно в минус, потому что 3 байбека было потрачено. В минус, и барак они все равно потеряли. Да. Да, Джаггера отпустили, наверное, обидно. Из него как раз выпала Егас, очень по таймингу нападали на него. Урса его начала грызть, ну там пошли свапы, пошли манта, шарты, манты, да. Армор.
И все, и убежал просто Джиггернаут. Венгат тоже отвечает линзой. Ой-ой-ой, Венгат с линзой, это кошмар. Что, чтобы свапать вообще за миллиард. Ну, у нее сейчас уже свап почти как на 16-м, а на 16-м почти как не бывает вообще таких свапов. Ну и стан, конечно, тоже с очень большого ранжа. Это всем с таким саппортом, вот Венге, да не важно кому, Венга, там что-то Шаман, Леон, Дазл, им всем очень крута линза. Леон же это вообще какая-то будет жесть. Да-да-да, Леон станет на рендж вообще невероятный какой-то. Слушай, а что получается у Никса с Аганимом в закупке с линзой? Ну вот, там вообще шпала на полкарты. Ну да. Ну а собственно, так же как и Сэнд Кинг с Аганимом и линзой, он станет на 1500 ранжа. Какой ужас. Я согласен, действительно ужас какой-то. Саппортом очень удобно играть с линзой, потому что тебе не надо подходить в кучу событий, ты можешь закинуть этот стан в кого надо и отойти. Так же, как и за всех остальных саппортов других, ты можешь там дать хекс какой-то с нормального ранжа, и тебе не нужно подходить слишком близко. На самом деле, для любого почти саппорта это топ-артефакт, потому что он дает ману, он дает реген хп, то есть ты можешь по карте бегать, и тебе не нужно покупать лишних каких-то регенов, думать вообще об этом, о том, что у тебя там нет здоровья, потому что 8 хп регена это очень много. Ну и, естественно, еще и магический резист, он тоже не лишний. То есть вообще топовый артефакт, в общем. Ну да, в общем, его и, по-моему, собирают вот из сборных чаще всего в этом патче. Если всякие Dragon Lance и прочую хрень мы практически не видим, только вот эти вот Fairy Fire, то линзы появляются очень часто. Ну, много чего дают. Реген хороший, все хорошо. Да, но не забываем, еще 8% дэмэджа. Ну, так-то, конечно, немного, но с другой стороны... Все-таки 8%. Ну, смотря какие спылы. Там некоторые спылы с большими показателями, для них это не так плохо будет. Я бы сказал, вообще неплохо. Там с чистым уроном на какой-нибудь квапе. Нет, только spell damage увеличивает, так что. По идее. Вообще, кстати говоря, надо проверить. Там написано spell damage amplify, поэтому. То есть это типа не касается чистого урона? Ну, думаю, не должно касаться. Spell же damage. Ну, это же не magic, а spell. Как бы вообще, да. Блин, ну Дота, за что ты путаешь нас? Действительно, почему написано spell? Что это вообще такое? Ну, надо проверить, кстати, я просто не проверял, но я об этом даже как-то не подумал. Опа, Эльсука получает тут по лицу, получает грейп. Ну, по-моему, здесь, как в прошлой игре, драки сейчас даже не будет, будет просто избиение. Да, там Джаггер просто уничтожает. Урсу срубил, как пенек Фуриона. Видят. У него уже есть Абиссал, да, это ГГ. Ну, очень так легко игра закончилась для Старков. У них уже, конечно, здесь было все в их руках. Я думаю, spell damage написано, чтобы если написать просто 8 damage amplify, то это и физика, там, и spell, и все. А ну, надо да, именно, да, что... да. Возможно, ты прав, возможно. Заклятие. Ну что ж, 1-0 Старки повели. Хотя, казалось бы, Alternate так здорово начали. Все у них было так хорошо. Блин, графики уже сбросились, да? Ну там видно, да, по графикам было, что они там сначала очень было все плохо у Старков, они делали камбэк, но потом уже комбинация их слишком хороша была. Ну и опять же, здесь тяжело даже сказать, что Магнус выдавал потрясающие какие-то ульты. Здесь был такой пик, что ему было очень легко с этими ультами разбираться. Но Alternate сами себя убили, на самом деле, тем заходом на правую линию, где они снесли вышку вроде без проблем, и потом дайванули куда-то. Вот такие вот дайвы, они частенько и приводят к таким поражениям. В их ситуации нужно было аккуратно разыграть этот Аегис, и это преимущество, потому что один раз ты подставишься под Магнуса, под Джаггера, и они тебя убьют, а дальше уже вообще непонятно, что и делать твоими героями. Так что, в принципе, опять же, вот это отсутствие опыта. Да, опыт... Дело наживное, и наживать его будут Alternate в следующей игре. Надеюсь, что удастся им зацепиться. Может быть, мы все-таки инвокера наконец-то увидим. Но в любом случае, узнаем об этом через несколько минут. Пока что уходим на небольшой перерыв.